Всем привет, с вами Антон на канале Антон Фриланс. Сегодня я хочу вам показать, как можно приготовить в домашних условиях суп из лапши том-ям-кунг, традиционный тайский суп. Только получается не том-ям, да, том-ям, только не кун, это кун. Да, креветки, кун по-английски. А если у вас мало бюджета, можно вот купить вот такую вот лапшу. Большой пакетик такой стоит 8 бат в 7-Eleven или Family Mart, ну и вообще везде. И заварить его в кастрюльке или такой можно, как есть сковородка, как сковородка-кастрюлька. Вот здесь можно купить вот такой специальный корень, похожий на женьшень, с стебельками зелеными. Вот он добавляется в этот суп и придает такой приятный вкус запахом традиционного том-ям-куна. А, ну, yes, inside. Сейчас.